Привет, вот и возвращение к истокам моего бытия на ютюбе. Так как на многих пиратских серверах появились более или менее играбельные аргусы, я решил создать серию роликов про всех маунтов легиона, которых более 60. В первой части рейдовые маунты и маунты сражников. Первый маунт — обитатель глубин. Получается, за цепочку квестов Драктула дается со 100% шансом. И является водным маунтом. Всю цепочку квестов описывать смысла не вижу, поэтому вот небольшой гайд. И по возможности оставлю ссылку в описании на ролики с гайдом на этого маунта. Второй маунт — живое ядро Инфернала, добавленный в патче 7.0.3 и реализуемый только с открытием Цитадели Ночи, и падает он с шансом 2%. А именно с босса Гул'дана, дается во всех режимах кроме ЛФР. Теперь злодейское ядро Адского Пламени, аналогичный маунт, но с красной расцветкой, падает также в Цитадели Ночи с Гул'дана, но со 100% шансом. Подвох в том, что он дается только один на рейд и только в мифическом режиме. После выхода битвы за Азерот шанс дропа маунта будет понижен до 1%. Дальше — вечное поводье полночи. Падает с финального босса Ловучий Атумен в новом Каражане. Дропается он, если верить в обхода, с шансом 290%, но если верить игрокам, то с вероятностью 1.5%. Ну и далеко не отходя от этого инста, скажу, что в нем еще падает пылающий угольный змей с условно секретного босса «Ночная погибель» с дропом 20%. Червь бездны выбивается с доселе неизвестной вероятностью с боссов гробницы Саргераса с госпожи Сен-Джин. По сути, является рейдовой аналогией червя любителя загадок. Итак, теперь время Аргуса. Первый иноземный маунт – это обезумевший скакун Хаоса. Падает он с рарника в открытом мире, имеющий точно такое же название, в игровой зоне Мак-Ари, с вероятностью дропа 3%. Сияющий Монаскат. Дроп идет также с рарника в той же игровой зоне, с тем же шансом, но вот на этот раз рарник находится тут. Кислотный изрыгатель. Принцип тот же, локация и вероятность та же, рарник, с которого он дропается, вот тут. Багровый рыбоглот. Маунт, наверное, с полностью аналогичной моделью предыдущему, с теми же условиями выпадения, а именно 3%. Ну и дроп срадника, который на этот раз находится в соседней локации. Дальше описывать водонных маунтов не буду, так как они отличаются лишь небольшим оттенком, но имеют одинаковые условия выпадения. Поэтому сразу покажу, где они находятся. Ну и последние два маунта падают с Анторуса, который только реализуют на пиратках. Первый — это огнедышащий огонча из Анторуса, падает, как можно было догадаться, в гробнице Саргераса, шанс дропа неизвестен. Но предположительно 1-2%, падает с боссов Фарг и Шатук. Ну и последний на сегодня маунт — укращенный Урзул, дроп с порабощенного Аргуса с вероятностью 3%. Ну а по сути на этом все. Благодарю вас за просмотр, удачи!